пришли в отдел чайников. Сейчас будем смотреть, какие здесь вообще есть. Лянь, это что такое? Это переносной термос, ну, грубо говоря, да. Разливаешь воду, она держит ее. Ой, он такой возьмет, вообще такой пластик. Если его в нем уронишь, он разломится сразу. Так, ну тут такие пластмассовые чайники. Все это пластмассовый борщ такой есть, но это такое все, пластмассовый. Ну, короче, чайников тут выбора хватает, конечно. Ой, это типа, Даня, это как у нас. Да, это как у нас, такой же. Да, не кофе. Как у нас такой же чайник, да. Дома. Тефаль. Угу. Хороший очень чайник. Они сильно такие легкие, кстати. А есть еще такой еще какой-то? Керамика это была? Ну, не пластмасса. Ага, по Филипсу. Да, это красивый молочный. Ну так все обычно. Это прям пластмасса вообще. Ну они ж разные, бюджетные, то что подороже. Эти кофе молкнет. Какие кофе молочки вот Витек. Такая, как этот, как чайник типа сделали. Такая цена. А это что такое? Это все кофеварочка. А, это кофеварочка. Вот тут вот такие современные есть. Конечно, цены уже подороже будут. Шонус. Это поломали уже. Это же все равно немножко не продается. Вообще они не имеют права сюда продавать. Это вообще должно быть какое-то. Либо они с большой скидкой это должны отдавать. Потому что люди это ходят пробовать. Такие. Да, это красиво. Цена 3000. Да, как красиво поиграть. Он кажется такой. Гулянь какие души. Ух, ё-моё, конечно. 20 000. Что это такое? Угу. 18 такой. А это такие, видишь? Стройные типа. Угу. Тут еще. Да, никакой. Это он достается, да? Это, видимо, он. И вот тут, видимо, раскрутил, что ли? Чего, цена 1000, я думала, 16 000, уже думаю, ничего себе. Такие. Угу.
провести время. Это душевые кабинки, да? Нет, не двери чисто. Это чисто двери. Ну да, это, просто. Это кабинки уже. Вот кабинки, да. Ого, это такая мечта прям. Огромные. Да? Где? А, вот это? Очень мечта. Мечта, когда вот такой, ну, такой душ, и со всех сторон вода. Вкусно. Можно еще вас поймать? Ты что, все открывала? Да, девушку открывала. Открывали, смотрели. Да, красивый очень. Угу. Дизайн красивый такой. Это вытяжки типа? Ну... Ну, чтоб здесь же нет. Ну, хотя по цене по стоимости. Угу. Это такой квадратный. Да, поприкольнее будет. Сколько такое стоит? 9? Это нормально. Хороший такой. Да. Красивый. Такой дизайн. А лянь какой? Типа этот. Этот сколько? 800. 800. Тридцать семь тысяч? Да. Вот это, да? 37-290. Вот такое. Прикольная здесь панель такая красивая. Здесь лямы для этих сразу сделаны. Баночки все, сюда скляночки. Mm-hmm. Зеркало такое большое. А, вот тебе первый минус, я уже появился. Вот, уголок попробую, так, внизу здесь. Ого. Вот эти уголки острые. Все закрываем его. Убийца 30? За 30 тысяч. А это стоит 12, 500, 600. Угу. Красивые. Мне это больше нравится. Да, только где здесь хранить? А, вот это стеклянное. Да. Ого, здесь зеркало. Угу. Тут все зеркальное, короче, полностью. Вот это такое не, небезопасное. Да, это тоже красиво. Это сколько? 10 и 11 написано. 10 тысяч. А то такое же, как там. Угу. Конечно, ну, немножко другое, да, получается? Ну, да, вот панель какая-то. Не знаю, что это. Типа сенсорная, что ли? Да? Mm-hmm. Прикольненько. Душевая огорожина стоит 7300. Еще душевой поддон 4. Ого. Водонагревательные баки. Для какой? С этой панелью? Mm-hmm. Температуру выставляем. Угу. 5500, короче. И вот тоже все с панелями идут. Угу. Вон какой, какой-то типа... как его называют? Пушка. Ого, это эти печи, да? Да, котлы. Котлы? Угу. Ого, 120 тысяч. Ну,
Ну, 120 литров, да. Это 150 литров. Капец. А это на сколько литров? 150 литров. Капец. Это на всю жизнь, блин. Нет, это ж, наверное, на большие вот. Такие семьи. На большие семьи. Это 50 литров. Угу. 30. Да. Это батарея. Это питерная батарея. Угу. О, а это сушилки электрические вон. Угу. Для полотенца, для вещей такого. Да. Удобно шить ключи. Сейчас она тебе еще и греет. Обогревает еще? Да. Типа горячая, холодная? Да. Нормально. 5200. Так это мы уже пришли в Асадуле в огороде. Такая войдалка. Ой, как на русском. Качеля. Там, я думаю, там на русском будет, это я сказала войдалка. Думаю, сейчас на русском прочту и скажу. Потом тоже войдалка. О, палаточки. Ля, что-то я понимала. Это палатка. Палаточка такая. Олень, какие классные. О, 10 тысяч. Какая красота. Сейчас посмотрим сначала этот снимок. Это как типа мужика сегодня на улице был. Такие простенькие. Вот это такое уже покруче. 4000. Уголь. Цены. Что мне уже шашлыком пахнет. Да? Так, сейчас идем. А. Идем смотреть на вот эти вот огромные. Капец, вот это, конечно. Такая цена. И такое мангалище. Он огромный. Капец. Теперь поближе. Это сюда типа уголь, да? Это как печь, типа, да? Да, печь. Это мангал. Там на котлах. А это сам мангал уже. Уже такие вот всякие. Шампура. Сюда грубо курицу. Угу. А вот бибикью. Сколько он стоит? Сами не вижу. Или вот он валялся, да? Да. Угу. Нет, это ковбой, это не забыки. Это она снизит? Может. Вот это красиво, да, вообще? Угу. Тоже красивый мангал. Это такой, типа, барбекю. 2000, 1500. Такие насосы. Вообще огромные. Это насосы именно качать воду. Гидроаккумулятор. Ага. А вот насос. Это уже насос. Ого, насос. 8000. Какая-то прям это. Гранитная.
какая досада. Газон встречу. Уже на косилке, типа. Кустики встречи. Сколько стоит? Это комплект, это мебель. А, это мебель? Это вот мебель. Стульчики вот эти. И столик. Это беседка стоит 3738. Сколько беседка? 3700. Беседка 3700. Но она большая такая. Еще есть такая. Это прям огромная тут уже на две, на два комплекта. Тут еще такая есть. 11 тысяч получается. Вот это? Это 11 тысяч стоит. Такая зелененькая. Вот это такая для дома, это такая огромная. Это, ну. Каркас. То есть вот такой вот момент здесь тоже хороший. Тоже, да. Ну, вот тут. Это беде, унитазы такие. Как там ревизор делает? Все чисто. Это унитаз, да, такой? Да, унитаз. Подвесной. Цена 1600. Это такие вот разные. 8000. Вот 7000. Себе ходить унитазы открывать. Хочу вам сказать. Вот этот красивый. Типа без этого, без ничего. А как смывать? О, встраивается в стену. Встраивается? А. Мне не нравятся эти с бачками. Без бачков получше. Это в беде? Да, но мешать не будет? Да нет. И писают же сюда. Глубокое, большое. Короче. Ох, какая красивая раковина. Красивая, да? Угу. Это вот она 8600, да? Как раньше. Такая забыла. А типа черная, да? Как эту? Миску напоминаю, если честно. Миска. Миска. Вот это вот солидная, это миска. О, это такое. Обычно рады. Ну это обычная, да. Ну там покруче было. А вы рады на кухне. В общем, пришли мы все. Ходим 8. Все для вас поснимали. Так что уже потемнело. Кто ты же сказал, 6 уже будет 8. Я сейчас и новый фритой на. Все, идем домой. Если вам интересно такого формата видео, то пишите свои комментарии, и мы что будем интересно. Да, будем с ним расскажем, будем все вам снимать, показывать. Вот главное, пишите, что вам вообще интересно. Может, кого-то интересует мебель, посмотреть цены, кого-то сантехника, кого-то паркет, да, обои, что-то все там для этого, для ремонта. Мы можем поподробнее все поснимать. Решили начать сегодня со всего, понемножку. Вот. Но в основном, конечно, мы аппаратуру сегодня показали. Так что. У меня аппаратура. Да. Так что все. Идем домой. Все, пока-пока. Помашу ручку. Пока-пока.